Кто? Вард. Вард, ты бы и не ролил? Другие вары ролят, а остальные. Это тебе не приор шмотка, а приор хантам, поэтому ты бы и не вы ролил. Все, собрались расходиться? Все роги, все вары проролили. Сейчас на кого идем? Еще идем? Да, идем, идем. Ты еще все, на Мимирона тэпнулись все. Не, какой на Мимирона идем? На эти советы, блин, советы. Хранители убиваем, потом на Мимирон. Хранитель? Так Мимирон тоже хранитель? Он так, чисто полухранитель такой, полупост. Полудурак маленький, да? Да. Не, мы можем его закрыть по фасту и потом уйти на Торима. Ну все, пойдем, окей. Где там маг делся? Садовского? Ага. Рафт освободился, если да, давай я тебя этот закидываю, если нет, то нет. Что, и я тебе отдал вроде бы кук на хоке? Если нет, то, наверное, мир кликнул, но скорее всего отдал. Кто-то умрет. Боитесь? Раф, ты все или нет, Раф? Что, Слакер, что ты о чем, Ваня? Давай быстрее, Габена. Лифри, смотри. Я предлагаю за это начислять ГП. Ты как скажешь. Поставьте же, пожалуйста. Спасибо, Боевар. Лифри, ты умер? Смотри, что... Нет, жив. Жди, Лифри жив. Я сейчас даню, жди. Есть не типа павших. Смотри, какая вещь есть. Продажа. Это я продам. Можешь на меня назначить. А, я сними, знаю. Блядь, с Ваней, а зачем? Ветераном, зачем продавать? Давай Димону на танк отдадим. Кого Димон? Брату. Он же пола танка делает. Мастерство. Нормально такая. Окей. Я тут из этого рейда никому не отдал. Понятное дело, я пришел, сразу забрал. Там голда немного. Я себе еще вот это кольцо забрал. Какое АФК, ребята? Я жду только Габенаха. А, нормально такое. Плюс-минус. У меня упало и защита, и мастерство. Если я меняю на 213 на 206. Ну шо, Мимирона в хэме, да? Ага. Его точно не закроем, хотя и все пофиксили. Объясняю сразу тактику. На первой фазе. Милики, убегайте от шоквейва, когда будет проанонсено. РДД, все стоите вот на рейнже, на максимальной рейнже, в принципе. Будут падать мины. Эти мины... Смотрите, куда мины упали. Сразу заранее выбирайте себе все выход. Как вышли, так и зашли обратно на первой фазе. Все. Вторая фаза. Самое главное забежать за спину, когда кастуется бараж. За спину или же, ну, не попадать в радиус. Но лучше всего за спину. Если босс будет кастовать на вас, вот Мимирон стоит, и он кастует вас сюда, вы можете сразу уходить, получается, против часовой. Да, вы можете сразу против часовой уходить, РДД, вас касается. Третья фаза, голова. Один лок. Или ДК с умной, потанчишь голову. Все стоят в одном фрейме, ну не в одном фрейме, в одном месте. Но не под головой.
будет падать бомбот, декада Шаковы, ханты ставите трапу, замедляете его, и просто тупо его сливаете. Милики сливают трэш, который будет выходить, а все РДТ этот, дамажит только в голову. И сливаете только бомбот, все. На четвертой фазе все вместе. Шоквейв убежать надо. Бараж за спину зайти надо. Все. Ну и дамажить в голову. Бараж, лазерный обстрел. Это самый вопрос есть. Сколько РДД должно находиться на рендже на второй и на четвертой фазе, чтобы красные ракеты не летели в мелизону? Они в мелизону и так не полетят. Не, они сколько так и так бы отлетят. Сколько все РДД? Все РДД стоят на РНЖ. На второй и четвертой фазе все стоят на РНЖ. Никто близко не подходит из вас. Просто на второй, на четвертой фазе увеличится круг всех мин. Вы просто будете следить за этими минами сами, чтобы не нарваться. Когда будет каст Бараша, вы просто можете также на РНЖ зайти за спину. Вам не обязательно бежать к миликам. Продолжайте дамажить. Все. Милики, вам тоже, вы можете далеко не убегать от шоквейфа. Вот. Вот эта вот линия. За нее шоквейф не доходит, не дотягивается. Если босс стоит прямо ровно прямо по центру. А босс, в принципе, будет стоять всегда по центру ровно. Все. Да и РЧ на присутствие на футбол. Сун, ты в танке? Да, он в танке. А ну, ХП, чё так мало стало? Я же поменял свои сокеты и шмотки. Вот так. 39 400. Плюс крик на ХП. 40 ровно. Я не пойму, мы сколько танков идем? 4. Давайте тупо. Тут два не надо, кстати. Дайте фул баф, пожалуйста. У кого есть этот на... А, ладно. Да, здесь этот, два не надо, я спекаюсь. Прист, прист, дай баф. Так, рыбу вам надо кому-то? Это падал, конечно, не падал. Конечно, давай. Ой, блядь. Каску, всё. Деду, каску. Каски, блин. Давай. Сосун, ты один из чё. Я спекнулся. Mm-hmm. Покажу малышам, как надо дамажить. Как, то есть никак. Потратить просто так, куда я в фласку. Раф, хули, пал, приз, шо вам? Рафа, по-моему, и нету. Приз, шо не хватает? Каску дайте по-пристану. Каску мне дайте? Плохо слышно. Дал же, что кошел вроде. Пишут вон, спасибо. Все, начинай. А как тут танчить? Да просто хуярил пешкой и все. А, да. Ну как всегда, короче, да? Ты не танчил? Отбегает от этого. Да танчил он, успокойтесь. Да я первый раз тут, вы чего гоните? Первый раз мин, в Эдуаре. Мины, стопните флот. Мины, подсмотрели себе выход, РДДшники точно. Как вышли, так и зашли. Шок, шок, ушли, ушли, ушли. Нормально прохилили? Ты не прохилил? Или тебя не прохилили? Да, сразу видно, не что прохилили. Не прохилили. Да нет, ты прожимочку-то не отдал. Кто тебя по плазмам был? Ты про плазму в курсе? За 6 секунд 150 тысяч урона. Ну вот. Зачем? Зачем о нем знать? Ну, прожимочку не отдал, там никто не знает. Падайте.
Поставь плюс-минус по центру. Шок, отбежали все. Пепивар, тебя резко. Падайте, блядь, трайм нормально, блядь. Наверное, бам. Сейчас тоже сейчас, наверное, под прожимкой еле прохилили, да? Ну да, хпал, упал. Как упал, хпал? Как нуб. Зажал бабл, наверное. Беги, малыш, шок, отбежать. Раз, два, три, четыре. Да, давай упадем, нормально, трай начнем. Нормальный трай. А куда они прохиливают плазму? Ну, ты под первую там панцирь отдай, там могут прохилить, в принципе. Да, блин, они меня в дефе не выхиливают, что? Не хильте, идите, не хильте, бомбам, не хильте, просто сдохните и все. Станьте на бомбу. Они просто переводят. Блять, ну... Мины, мины деду! Нету мин дед. Дед, блять. А дед это кто? Какой у него ник? Габинах. А, Эршанг. Да. Топните хил. Просто сдохните сейчас от лазер, которого будет давать. Все. Он быстро задамажит. Давайте начнем нормально. Начнем нормально. Паладин Хоки, как ты сдох? Как ты проебался? Скажи. Ты испугался войзона, которую он кидает на тебя? От нее вот не надо убегать, просто надо стоять. Не, а сколько у нас хилов? Что ли? 5 хилов у нас. Зажечь ДЦ, Хоки, Холипау, Бану, Холипау, Габенах, Аршам и Жрибанки. Не, ну я вижу Габенах, Бану и Жрибанки. Остальные не знаю, что с этим делают. Дальше Хоки идет уже сразу. Люди по 20, по 30 тысяч. Они, наверное, неопытные, они не хилили этого босса просто, и поэтому уронили тебя. Все, все встали, прибежали. Кто ливнул? То у нас и так одно тело ушло. Хоть сейчас скажу, почему мы тебя не прохилили. А ну. Потому что мы все стояли у входа, а ты побежал ровно в противоположную сторону от нас. Да, мы кстати, не достали. Никто из нас Никто. А, наверное, по кругу рассосаться никто не знает, да? Или нет, ты лучше в сторону хилов. Выбрать вашу сторону, где хилы только стоят, и туда бегать, да? Да, да. Либо я просто либо прям сказал, тебя. Почему тебя не прохилили. Стопните флот. Давайте только РЛ будет говорить, блядь. Замутьте их уже всех. На базаре, блядь. Хилы, вы разбегитесь, пожалуйста, по платформе. Типа один хил с одной стороны, два хила с другой стороны, еще два хила тоже с другой стороны. Типа вот один здесь, один за спиной, два за спиной и два где-нибудь вот где крест. Все. Вы будете и доставать всех, и прохиливать всех. По сути. Холи пол один хуки. Давай не будешь тупить и не умирать. С пула причем. Как, не знаю. Поставьте рыбу, дайте фулбол. Лифри, а ты как сдох? Я отвечаю, ты сдох на мини. Стоит. От мины? Блин, боже. Дайте шаут. Здесь шкаф, дайте присимоним последнего. ДК. Ты уже столько раз ходишь, умирать от мин, это прям я не знаю. Это очень глупо. У тебя, походу, одного лагает. Бафните ДК, Рафа.
доверчи. Коли паладины, Бону и Хоки, скиньтесь на Сангара, да, частицы. На второй фазе, Васо, ты поменяй свою печать, ставь печать на этот, хил. Когда вторая фаза закончится, тогда поменяешь. Все? Все готовы? Сун, пуль. Все РДД тоже покупайте, разбегитесь. Когда будет падать вот этот огненная хрень, не надо выбегать. Просто стойте, это должно прохилиться. Мины обновились, ДД, милики. Запомнили, где место выбегать? Сун под плазму еще давай этот прыжин. Шок, отбежали. Сун, как ты опять умер? Они не прохиливают меня. Я в зеленке. Мы рассосались по рейду, и ты взял, побежал туда, где мы в прошлый пул стояли. Но он выбегает, потому что он выбегает, там мин. Вы опять не достали до него просто? Да. Понял, принял, падайте. Будет уже. Под шок подойдите просто, под шок. Молодцы. Похоже, паладина. А толку от этого дивана? Не давайте никакого дивана. Все просто умираете, блядь, и... Где бежать, чем разрезать. Если даешь диван, то у тебя броня не ломается. Да похоже. Починка. Позже, на входе стоит починка. Подошли и починились. Давай-ка я в таночке, так, на страховку, на верность. В танка? Ну, два танка. Да, вдруг один умрет. Стоит по торговле. Случайно. Пускает. Чисто до крови, до смерти. Ну. Так-то да, неплохо. Смысл, если наш танк прожимается? Это я смотрю, Бону в него всего лишь 12 тысяч залепило. Это как два шока. Ну а смысл? Два хэпала. Может они сидят, руки под столом? Вот это замечательно. Руки под столом. Руки под столом, причем не в себе. Пина, вставай, пожалуйста. Я ФКш. Будем быстрее это закрывать. Боже, этот босс еще проще, чем кошка. Я не знаю. Тут они диспелить не надо, ничего. Тут просто надо хилить. Если сейчас не прохила не будет, я зайду на приста и буду хилить. Шестого хило. Это сарказм был, Пифли? Дайте фубо. Кину СС на Суна, на всякий случай. Да, да, кидай. На всякий. Чтобы... Жри банки, у тебя этот с Габенахом, да, этот эмом МП5 не стакается. Арче на пул. А чё по каску? Каски дайте? У меня есть. Дайте по ханту каску, пожалуйста. Все, уже дали все. Все дали. Сунгард пуль. Давай я с пулей. У нас мало времени, друзья. После того, что вы нам говорили с
Мины. Сунуть, а сзади нет мин. Кто там стоит и ловит мины просто? То есть пробегал и видел. Шок, отбежали? Забежали. Мины. Стали под удобными углом. Не, Лизуна ушла все. Беги, малышка, беги! Прохил. Ля, у тебя куски улетают. Ну, то, что хотел. Так, я внезыбки, я отдаю хп, еще увеличенная кровь, и они меня еле выхиливают. Ну так там 180 тысяч за 6 секунд урона. Каждую секунду. Я сроду против... здесь никогда мины, не прожимался под луч. Мины. Мига, отойди уже. Сейчас откинет. Не заходим, пусть мины уйдут потом. Они давно уже пропали. Нет, а еще одна осталась. Их просто обезвредили лицом. На одну еще не наступили. Пау, поставь джагу на хил, пожалуйста. Лассо. А теперь наступили. Здесь сейчас еще больше надо хилить, потеть. РДД постоянно за спину бей, точнее милики постоянно за спину. И поставьте этот ауру от огня. Приготовились, каст сейчас будет. Морозная руна с Нахса произойдет. Каст, все за спину. Это жречка. Блэк Фури. Войд, уху. Ты пропал. Пришли все в крест, ой, в череп. Он автоматически жребанки, отдай БР по зажечку. А, уху, отдай БР по вот Войд Фури. Все на одну сразу сторону прибежали сюда. Сразу встали. Зажечь и Войд Фури встали. Дебаф отдайте им. Хилы вы назад отходите, все поближе к стенке подходите. Там ставят ханты трапы свои в кризе, там в черепе. Халасо, отойди от этого. Сейчас упадет этот чел, взорвет тебя или еще кого-нибудь. Вот, бумбот упал, бумбот упал. Бумбот упал. Серды, да, бьют голову. Вот. Бомбот падает просто. О, голова упала. Все в голову сыграли. Он меня дамажит. Дай на себя там щит, что-нибудь, чтобы ты не ждал. Менял это. Сейчас.
Бомбот, бомбот. Бомбот, оковы дайте ему. Мильки, вы не подходите, вы не подходите к нему. Для кого я писал? Для меня. Пускайте голову. А не, бомбот, бомбот. Магнит кинули? Как кинули? Ебаный голову. Добили голову. В трэш фул сыграли, все трэш свели, сбили его весь. А касса первый, хантинг. Первый каст будет средний. Спрячемся за спину. Окей, окей. Акаса, хантинг, холосо играют в голову. Бэби Вар тоже играешь в голову. Все остальные РДД играют в тело, Мильки играют в ноги. Не забываем, сейчас будет этот... Первый каст будет, будет сразу. Барашек. Второй каст. Геру дали. Геру дайте, Геру. Все, Геру дали. Первый каст, спрячемся за спину, не забываем. Войд зона, войд зона. РДД. Просто приготовили, сейчас будет каст. Беги! За спину, за спину, ой, брат. За спину, да, за, за спину. Сейчас будет шоковый сразу. Будете разбегаться сразу сейчас. Мины, мины, смотрите, мины. За собой смотрите, ребята. Приготовились мили зоны. Меня бьет, ты сейчас топнул. Беги, малыш! Шок, убежали. Разбежали. Акаса, выйди граната. Акаса, выйди, блядь. Как вы дохнете? Акаса, тупо ракету ставил. За минами смотрим. Кажется, когда кастует, это хуйня будет. У меня опять. Грудак подбейте. Раз подряд по 6к. Тишину, пожалуйста, грудак добейте больше. А у нас все хил, 2 хила осталось. Ну, каст, лазерный обстрел. Меньше в ной. Больше в корп. Да вы в принципе ровно идете. Бейте. В голову только под. Шоковый смотрим сейчас. Ушли. Шок, отошли, 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 отошли. Блять. Мины обновились, мины обновились. Сейчас. Вот, нормально. Низ и вверх. Сам голову, голову больше бьем. Голову сыграйте, в ноги милики сыграйте. Голову, голову. Голову, ноги. Еще в голову, в голову, в голову, все достали в голову. Все, бейте, бейте в голову, туловище. Голову. Да бейте. Все, говно. Премию, деду, премию. С первого трая. Тоненького. Беспонтовый босс. Заткнитесь. Поднимите, пожалуйста, меня. Спасибо. Наконец-то токен упал. Осталось три хила за зрелище, хуной, хоки, ебану. Как вы сдохли? Киньте мне, пожалуйста, этот рекаунт. Меня так взорвало миной, ой, ракетой, но у меня не показывается на экране. Иногда у меня баг только получается из-за чего-то. Голбаных жребанки. Волну летят тут, ну, сжечь себе лану. Ай, блин. Босса понерфили, но все равно все падают. Что-то упало. Да, там два токена упало. И кожа. Давайте, Роги, рольте. У меня такое есть. Да, давайте пойдем. 99, тихарь. Вот это нормально. Токен. Сейчас я так отдам тебе. Все, типа не стоим, бежим дальше. Мимирон или... Ой, Фрей или... На первый квартал. Пойдем на Фрею.
Нет, пойдем на Торима, чтобы у вас у всех мозгов хватило, идем на Торим. Давайте первый уже закроем до конца. Да незачем. Сейчас, Тихарь, давай я на себе заберу, что-то я тебе найти не могу. Тихарь, Тихарь, кидай. Да это ты мне кидаешь, не Тихарюш кидай. Все, принял. Рольте. ДК, маг, друид. Снимзей 21. Жибанки 95. Хина 93. Откуда у вас хероллы 84? Жибанки выиграл. Давай второму сразу отдадим. И? Вторые. Давайте попробовать поролить, чтобы было честно реально. Ролите еще раз. Я даже ролить не буду, потому что не сролю. Давай! Смысл, видишь? Прав. Все, я дал руль, да? Все. Тихарь, что? Что тебе надо было? Че, Тихарь? Я тебе же пояс отдал, или нет? Ты их вроде никому не отдал. Либо да, у меня не да. Отображается. Может, вы все на оранжерее жизни придете, а не будете ему его впулить, фиг знает откуда. Габена, давай, зачем? Тарик, у тебя, похоже, пояс. Казали же не на Фрею, а на Торима идем. Да, мы идем на Торима. Ну так, отсюда самый близкий путь. От Фрей. Нет, там просто Тэш рангрит левый специально, мне кажется. Кто агрил? Ничего никто не агрил. Ну вон, смотрите, мов идет. Ну да, реально. Хокки. Ну так вы сейчас еще одного привезете. Да он сзади, он идет. А, и все смотрят, касс никто не может сбить, да? Ну, я не могу. Не, ну я про ДКшник, про паладина. Пар это вообще такой ущербный класс, который не дамажит, и касты не бьет. И не танчит толк. Это что, камень в огород вара был? Я сам вар. Ну, да сейчас всех замучу, реально, надо дать, начинается, что. Говорит только я и Серега. Все. Остальные можете писать только в чате. На трэше тоже? Да. Спасибо за понимание. Так, давай, я передаю тебе бразды правления. Тебя хорошо получается выявлять слакеров. У кого, у меня? Все, Ро. Одного взяли, отдельно отведите. Эд, забери одного, я второго буду танчить. Верхнего убили все. Если что, я внизу, меня хилить тоже надо. Спасибо. Хуки, встал, пришел.
если пояс реально не продается. Я тебе его дал. Хар, посмотри у себя в сумке. Я тебе лично отдал пояс. А нет, лично. Пиво, по костам все сложно. ГКД не успеваю все сбить. Ты че, меня урони хочу. Ты пояс себе дал в сумку, Торик. Он все равно должен передаться. Почему не передался тогда? Может быть, он встал? Перед тем, как мы плутали сундук. А, ну да, типа нельзя передать тем игрокам, которые не присутствовали во время боя с боссом. Карт точно был? Блять, просто дай мне его, и мы проверим. Я точно был. Бля, какой мыша. О, печатка. О, палец. О, ну это мой. Еще одна. Уверен? Да. Давай еще а раз. Почему не пояс кожаный? Ну, РПБ. Мне можешь. А это ДД или танковский, как узнать? ДД. Это ДД. А с чего? Мастерство для танка тоже нормально? Такая меткость для танка надо. Тихарь, сорян, я не знаю, как это получилось, но этот пояс... Нашли бетов, убрали локи оттуда. Сейчас чей лок буду минус делать. Этот точнее поезд тебе не заходит. Разрольте его еще раз. А там Фили, который хотел, ушел кушать. Спасибо, приз, который сидел, вернулся. Кушал и забил на все. Я его подержу, убейте другого. Хана. Лифри, даже второй раз ты не смог разорвать. В одного сыграете, кто там на втором убегает? Я нихуя не смог отсюда разорвать вообще. Да, ладно, я тоже. Я с открытия ульдуара ничего еще не забирал, так что нормально. Сегодня вот плащик только забрал. Вот если выпадет голова, я ее должен забрать. А, ты же свою потерял, я забыл. Шторика. Че? У нас еще есть анролку. О, анрол, да, есть анрол, чё ты? Если упадет голова, то если мы его убьем, я заанролю себе голову. Свой хорошо. Анрол. Хорошо. Последний кусок. Рольте, перчатка. Торика, это танковская или ДДшная? Как угадать? Но она вообще для танка БДК нормально взлетает, потому что у тебя там мастерство и меткость есть. Я просто не понимаю, да. По ХП она чуть меньше, чем мое кольцо. Но атака, но по статам тоже на танковской нормально. Да, на танковском разве. Я просто не знаю. Ну, за роль просто тогда и все. Я там не понимаю, кто там Шефорд ролил. Пиво зачем? Пиво сам, а тебе зачем? На танковских шмотах идет там защита, уклонение, парирование, все вот это вот. А, на кольце, да? Что, ты колец таких не видел, тебя могли накануть? 40. Ну, ты выиграл это кольцо. Я фихую, смотри, это босса бью, моба бью. Выиграл я тебе его, да. Это ульдуар, во-первых. Тут падает танковская шмотка с РПБ Навара. Если что. Кольцо реально непонятно. Типа и мастерство заходит и в ДД, это и на танка. ДД. И по ХП она тоже типа добавляет. Что? Осак. Да, да, сейчас. И Васяма, ты зачем ролил? Я, наверное, так, типа, не подумав, нажал. Все равно пятерочка упала, я даже не рассчитывал особо. Пиво Сямба? Ну, меня Вася же зовут. Я сказал пиво Сямба. А, пиво Сятю, блин, ладно, пивас, я понял, сорян. Пивас для бабы.
некорректно услышал, сорян. Да нет, все нормально, у меня некорректно. Еще раз увижу ров не по делу, буду давать минус кролл. Или анлут. В смысле? В прямом? Ты посмотри кольцо, для чего это было. Мы всего лишь не знаем, ребята, сколько можно времени на здесь. Минутку отойти быстренько. Окей. Ну, я думаю, если что, да. Пока нажал. Серега, поставь этот перерыв 2 минуты. Ты, Васян, я иной раз не читаю чат, поэтому... Лучше бы шея упала на танка. Нормальная стрэша. Я бы забрал. Это за УД поинтереснее с меткостью. Нет, мадыка с мастерством нужно, потому что у меня пуха с мастерством. Если я поменяю пуху, будет, поставлю ударовскую, у меня не будет хватать мастерства. Поэтому мне нужно с мастерством одеваться. А сколько у тебя мастерства? 30. Ну, нормально. Ну, так и если я уберу неизбежное поражение, которое дает 20 с мелочью мне мастерства, то есть у меня уберется половина. Остальное мне нужно набивать кольцами и набивать шею. А меткости сколько? А, ну у тебя эта шея и стоит. Ну да, у меня меткости 12%. У меня фулл ДК в капах собран. Ну кап магический 17%. Топните флот, пожалуйста, в чате. Пивасямба, ну ты услышал, лишние роллы караются. Поэтому не кидай, пожалуйста, больше. Посмотри, убедись сначала за шмоткой и все. Он офицер. Офицеры имеют право вмешиваться. Ну, я тебе сейчас внимательно поясню. Это офицеры сейчас тебе говорят. Если они тебе говорят и предупреждают, ты, ну, просто прислушайся, они не так, не с балды тебе это, наверное, говорят. А, это вы про кого, про Креста говорите? Да, Акаса, давай это, ну, помягче. Да, Прист, если ты мне еще будешь заебывать, я тебя кикну с гильдии. Все, все сказал. Хант, успокойтесь, пожалуйста, Вася, блин, Пивасямба, Хантинг, Акаса. Было предупреждение. Перерыв закончился, да, Юрчи. Я в Долоране. Бля, вас что, посрать, Долоран тянет? Нет, меня потянул токен туда. Просто я подумала, что вы перед боссом обычно 17 минут разговариваете, я успею все сделать. Логично? Логично, но был перерыв 2 минуты. Сейчас. Ладно. В комнату идут протовар, хантинг. Да, протовар, хантинг... Файв. Не, Файв, ты здесь, я нужен. Ладно, идет Лифри, Торика, Кина, потом Раф, Габенах. Не, Габенах, хотя ты здесь, давай, свайся. Бону и Хина. Не Хина, это Фолосо. Еще отдельно себе выкину. Торика, Лифри. Фолосо. И Габенах. К
кого я еще назвал? Забыл. А, Кабенах, ты остаешься. Оно. Оно. Вообще ульда прикольная. Посмотрел все шмотки, которые падают со всех боссов. Нормального кольца, ага. Кроме первого босса, вообще нифига на меня не падает. А, есть кольцо. Саурей нашел. С десятки еще, да? Да, ну с десятки оно ж по-любому убийство, потому что там сакет вставляется. Угу. Давай это, вот... Вот это колечко, я не знаю, давай следующему уступлю, это ДДшное кольцо, короче. Если надо. Ладно. Конечно. Потом давай уже после босса. Ага. И вот фул шестая группа идет. Хина, Холосо, Лиф, Рибону, Дорика. Потом давай летят доты. И в принципе все. Могу еще взять в принципе тихаря. Наверное, скорее всего, 7 тел. И так много. Рагнару, скинь мне обмен. А чё, я думал, милики на арене остаются в приоритете. Или ты... Нет. В принципе, там 7 тел достаточно, прям с края. Нет, тут просто на арене сало дают. А? Тут на арене дают сало и замедление коста. РДДшники меньше здесь полезны, чем в комнате, в кишке. Вроде бы все, как мы убивали, было нормально, типа, освежили. Mm-hmm. Все остальные стоят под середине, танчит Сангарет, ДК. Прист, Пивасямба и зажечь. Вам нужно будет диспелить с мобов щиты. Это самое важное. Рвать косты, когда будут из катушек выходить. Ну, выходить. Уходить от рейда, а не в рейд. Когда, если на вас будет каст. Ну и все, в принципе, и дамажить. Вся ваша задача. Дайте фул бафа. Вам есть что, Серега? Видишь, метки тут. Метки на последнюю паузу. Да по кругу станут, да и все. Пофикшенный босс. Пускай лучше домашний. Я вообще тогда не понял, зачем это ставили по три человека. По мне дуристика. Главное, оно лучше. Нет, остановитесь, да и все. Он цепную дает. Ну, оно прохиливает, то все. Можешь не прохилить, ваншотнуть кого-нибудь. Все, дайте, бафы были, все, ярче на пол. Лифри, Лифри, файв маг. Файв маг. Заходим. Если будет такой хил и здесь, ребята, то это будет печально. Хилы вы давайте, не слакайте, отыгрывайте на максимум, пожалуйста. Ты у них спроси, они там знают, что в комнате делают? Да. Приготовили все, кто идет. Холосо, дашь трапу сразу? Все в центр зашли, в кружочек стали. Из кружка никто не выходит. Хорошо, Холосо, по анонсе, пожалуйста, это. Влево или вправо? Это было в гараже. Хорошо. Но вы, что это? Где я? Все, кого назвал, пошли. Вперед танка, никто не идет. Холосо, а трапу ставь. Расстелили. Ставь тарву, когда могли. Все. Заливаем сразу мобов по фасту. Мелким косты бьем. Отошли, отошли, право, отошли. Право, всех. Право, право. Право отошли. Давай я буду говорить. Все хорошо. Ставим вправо. Шаманы, сова, не откидывайте мобов, я в спину получаю. Ставим вправо. Паш, по правой стороне пока идем. Влево. Кидай трапу. Влево, влево отошли. Там Рейн и Станы даем по очереди. Бля, он много перебежал. Много. Хорошо. Право. Забейте сразу его, сыграйте.
Влево. А на баконтроль не берем слева. Дайте стан. Вовле около. Все вправо потихонечку передвигаемся. Станем справа. Налево перебегаем. Простите, я поспешил. Направо. Все, просто все в комнату забегаем сразу. Антик, спуль, чтобы не бил. Все, я заберу. Дамаж. Никто не сдох еще? Да. Постарайтесь меньше дамажить, чтобы не сдох. Вот сейчас дебафайт пошел на щиту. Его диспелить не знаю. Ауе, лейте больше. Ханты, вы трапа можете ставить тут. Макар сальным остался. Чё-то я взял слабо. Надо было быть. Просил, хорошо. Сразу сыграйте в этого кастера. Зафокусите просто тупо и все. Дайте стан ему. Стан косты подлепить. Просто зафокусите и бить. У вас там на арене пока нормально? Да. Сразу сыграйте так же по мелку. Дальним косты покинуть. Играйте пока бы большого все. Как отвейдится, ханты перенаплыть, пожалуйста. Дайте БР по хрупке, спасибо. Точно, ребахните его. У вас там все печально, да? Мы долго идем. Очень долго идет. А у нас ТД не хватает. Нам не хватает, да. Маловато. Взяли. Вы успеваете, все нормально. Успеваем, но у нас... Секунд. Но у нас очень мало. Открылся, бегите. По центру не беги, бану. Бану не по центру, бану... Вы что, не убивали его в десятке, что ли? Просто беги там, друид, просто беги и все. Он сейчас упадет. У вас еще фул ОП, да, ушло? Понимаю. Агри. Болв залейте, пожалуйста, по болву. Болв больше льем. Зажжи еще кастани гимн на этот МП. По кругу все стали аккуратненько стоим. 10 пропишите, не стойте. Геру дайте, шаманы. Я забираю.
сейчас. Посмотрим, где. Летя доты, да, этот гимн МП. Еще одного ДДшника. Просто я убьем его. А то они высохли по мане очень сильно. Сангара, так что, если что, ты сейчас тоже отвиснешь на восьмом стаке. Наврал. На 10. У меня прожимок хватит, не бойся. Итого он жил 13. Много лежит. Нам маны не хватит тебя прохилить. Так что, может, не будем пока это? У меня только пол хп. Давайте просто ляжем и сразу быстренько ребафнемся. Одного ДД возьмем с собой в комнату, еще дополнительно и пойдем. Сколько там до берса еще? Минута 40. Полторы минуты. Но все равно ДПС не хватит. Ну, все. Да, на комнату дрочили долго. Давайте все к нему под пузико. Кто топ ДПС? Бэби Вар. А, ну ладно. Ну, я знаю, что ты в 11 ходишь. Ты не хочешь еще трайнуть босса, а потом идти или что? Не хочет. Ладно, давай. Блин, я вообще здесь еще не ел. Но сижу до конца, держу. Я линканул только в босса. Ты что, не видишь, что я линкую? Бабилар, Лифля, Касараф, Уху. Ультвив. Тя доты. Что говоришь?